лошадей 20 000 в машины зажаты, и хрипят табуны, стервенея внизу. На глазах от натуги худеют канаты, из себя на причал выжимая слезу, и команды короткие злые. Быстрый ветер уносит во тьму кранцы за борт, отдать носовые и буксир подработать корму. Капитан, чуть улыбаясь, все, мол, верно, молодцы. От земли освобождаясь, приказал рубить концы. Только снова назад обращаются взоры, цепко держит земля все и так, и не так. Почему слишком долго не сходятся створы? Почему слишком часто моргает маяк? Все в порядке, конец всем вопросам, кроме вахтенных все отдыхать. Но пустуют каюты матросам, к той свободе еще привыкать. Капитан, чуть улыбаясь, бросил тихо: молодцы, от земли освобождаясь, нелегко рубить концы. Переход 20 дней, рассыхаются шлюпки, нынче утром последний отстал альбатрос. Хоть бы шторм, или лучше, чтоб в радиорубке обалдевший радист принял чей-нибудь сос. Так и есть, 3 месяца в корыте, яхту в дребезги кит разобрал. Да за что вы нас благодарите? Вам спасибо за этот аврал. Капитан, чуть улыбаясь, бросил тихо: молодцы, тем, кто с жизнью расставаясь, не хотел рубить концы. И опять будут Фиджи и порт Кюрасао, и еще чертов ступи, и бог знает что. И красивейший в мире фьорд Мильфорд-Саунд, все, куда я ногой не ступал, но зато пришвартуетесь вы на Таити и прокрутите запись мою через самый большой усилитель. Я про вас на Таити спою, скажет мастер, улыбаясь, мне и песни молодцы. Так на суше оставаясь, я везде креплю концы. И опять продвигается, словно на ринге, по воде осторожная тень корабля. В напряжении матросы ослаблены шпринги, руль полборта налево, и в прошлом земля.